Здарова всем, ребята, я Кент, пока на проводе, и прямо сейчас у меня будет дуэль на 70 тысяч рублей. Как бы это странно ни звучало, но я думаю, вы все знаете этого парня по имени Базар Вокзал. Он мне подарил свой аккаунт, он мне сдонатил более 20 тысяч голды, и прямо сейчас он мне написал, что он хочет сыграть дуэль на 70 тысяч рублей. Я просто в шоке. Но перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть Керамбит Dragon Glass. Чтобы получить, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе — написать в комментариях свой ID. И третье, самое-самое важное — посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Удачи! К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Я не знаю, как это можно описать словами, но я уверен, что этот парень некий доки. Если я его выиграю прямо сейчас, 70 тысяч рублей я получу. Это 1000 долларов, ребят, это очень большие деньги, поэтому я надеюсь, что я выиграю. Я обожаю этого парня, Базар Вокзал. Ребят, я скажу так, это будет очень потная каточка. Я буду играть максимально аккуратно, играем мы, конечно же, only A. Я надеюсь, что я выиграю, но вы, пожалуйста, поставьте за это лайк. Охренеть, чуть не проиграл, чуть не проиграл, но вроде бы на скеле затащил. Блин, пацаны, чуть не проиграл, но на скеле взял. 1-0, первый раунд за мной. Слушай, ребят, как же рад! Я просто не верю, 70 тысяч рублей! Обалдеть! Блин, я не знаю, как же рад, что есть такие люди, как Базар Вокзал, вы понимаете? 70 тысяч рублей, да я в жизни такого не видал. Ребят, главное не слить, потому что если я проиграю, это будет трындец просто. Главное не слить, максимально аккуратно, максимально собрано. Да, 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 2-0, 2-0, 2-0, второй раунд за мной, да, ребята, да. Ой, красиво, красиво, красиво. Что понимали, что Ники Док, после этой каточки я вам покажу даже историю, сколько мне дал голды именно и этот аккаунт Базар Вокзал, и его первый аккаунт, который мне подарил в итоге. Ребят, это очень-очень круто. Блин, ребят, я не знаю, это сон или что, что это такое. 70 тысяч рублей мне пообещал. Блин, ребят, возможно, это глупо. Когда играешь дуэль на 70к, урашить? Ну, я заражил и выиграл 3-0, красиво. Блин, бедный Базар Вокзал. Кстати, почему у него нет скинов? Потому что он мне всю голду отдал. Абсолютно всю голду, которая была у него, он мне отдал. Поэтому у него нет скинов, ребят, не обращайте внимания. Ну, Базар Вокзал, я не знаю, кто он такой. У него папа миллионер, миллиардер или кто? Брат, спасибо тебе большое, очень приятно. Блин, вот реально, вот почаще бы такие дуэли играть. Поэтому я эту дуэль играю максимально собрано. Главное, ребят, не слить, не расслабляться. И главное делать вот так. 4-0, 4-0, я в шоке просто. А, ну все-таки АКР Спорт у него есть. АКР Спорт у него есть, ну, как понимаете, единственный скин, потому что ножа у него нету, ничего у него нет, он все продал. Но, ребят, 70 тысяч рублей. Это не просто так тебе дуэль. Я просто в шоке. Так, ну что, ребят, я не знаю, но я никогда в жизни не играл дуэль против такого богатого школьника. Это реально, это самый богатый школьник, против которого я когда-либо играл дуэль. Чтобы понимали, за 70 тысяч рублей я могу себе задонатить и на Керамбит Голд, да и вообще куда угодно. Он прошел или нет? Как думаете? Не, не прошел. 5-0! Я представляю, как у него горит у Базар Вокзал. Он же, наверное, думал, сейчас выиграю кента и так далее. Базар Вокзал, брат, я тебе отвечаю, если ты меня киданешь, я тебя бесплатно добавляю в клан. Я не знаю, я буду с тобой играть в ММы очень часто, реально. И просто я тебе буду очень благодарен. Будем с тобой вне стрима общаться. Хотя и так вне стрима, чтобы вы понимали, я реально общаюсь с ним вне стрима. Чтобы вы не думали, что он мне задонил, а такой, ну, типа, аккаунт, голду, я такой, а, брат, до свидания. Нет, я реально общаюсь с ним вне стрима. Он очень хороший человек и... Большое спасибо ему, блин, пацаны, просто от души. Его зовут Никита и вообще красавчик. Так, ладно, дальше полить не буду, чтобы они нашли. Ого, так, ну что, брат, 5-0. Ребят, я думаю, вы понимаете, что тут уже изи вин. Хотя вдруг он что-то резко закомбэчит. Расслабляться не стоит ни в коем случае. Ай-яй-яй. Вот я только про это говорил. Расслабляться ни в коем случае нельзя. А вдруг он мне все это время поддавался? А мало ли он мне все это время поддавался, пацаны, кто его знает? Так, ага, все, ждем. Давай, нет! Фух, 6-1, это было потно. Я уж тут подумал, что у меня сейчас сгамбачит, ребят, но нет, 6-1. Возможно, вы скажете, я сумасшедший, что я беру в такой дуэли АВМ Трэшер Хантер, но почему бы нет? Давайте, реально, я хочу сыграть дуэль на 70 тысяч рублей. И я возьму АВМ Трэшер Хантер. И АВМ Трэшер Хантер я беру не с целью, чтобы его нагнуть там, и типа я просто ВМ, нет, я беру с целью, чтобы сделать контент. Чтобы было веселее смотреть это видео, но почему бы и нет? Так, ну что, пацаны, поехали.
Поехали. Ёлки-палки, главное не слить. Главное не слить. Мимо. Давай, давай, пирожочек. Слушайте, ребят, ну надо постараться, реально надо постараться. Я знаю, что это будет довольно-таки сложно, но я попробую в него попасть. Давай, 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 ну выходи, выходи. Базар, вокзал. Ну я уже купил АВМ Trash Hunter. Ради тебя, ради контента. Ну я уже вижу, как ты хочешь попасть прямо, чтобы я в тебя зарядил, так сказать, от души. А, мать моя женщина! А у него тоже АВМ? Ничего себе, базар, вокзал, ты на губатон крушишь! Не-не, 70 рублей проиграть нельзя. Все, ребят, пошутили и хватит. Я понял. С АВМ он играет неплохо. Все, ребят, пошутили и хватит. Ничего себе, жесткий тип, прям очень жестко. Взял меня и нагнул с АВМ. Не, пацаны, давайте, собрались. И давайте закомбэчим. Просто должно быть все красиво. Так, пацаны, хорошая новость есть, скорее всего, у него АВМ. Если у него АВМ, значит, ему будет ГГшка. Ой-ой-ой. О-ха! Нормально, пацаны, 7-2. Ну, как говорится, Кента ПК Трэш Хантер дал. Кента ПК Трэш Хантер обратно забрал. Все-таки, ребята, я хочу выиграть эту дуэль. Давайте попробуем, чтобы закрыть эту дуэль красиво. Чтобы все сказали, да, Кент. Реально, ты красава. Ты отыграл в этой дуэли просто как батька. И ты достоин этого доната. Поэтому я хочу закрыть эту дуэль с Трэш Хантером. Я не знаю, чем все это закончится. Возможно, я сейчас вообще позорюсь, он закомбочит меня, выиграет. Но я надеюсь, то, что я сейчас выиграю. И я, пацаны, получу на халяву 70 косарей. Ну как на халяву? За дуэль? Давайте, 3, 2, 1. Ай, мимо, хочу тайминг спа. О, май, 82, плюс 70 косарей. Все, ребят, теперь самое главное, ждем его донат. Он сказал, пожалуйста, дай мне полчаса. 5 минут later. Ну, а теперь самое-самое интересное, отдал ли он мне голду или нет. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что 70 тысяч голды это очень-очень много. Это примерно двухмесячная зарплата обычного человека. И, конечно же, мне стало его жалко. Я говорю, не, братан, не надо, потому что это были все его деньги. Я говорю, давай так, ты мне даешь 20к голды, и мы расходимся краями. И прямо сейчас посмотрите на мою историю. Он купил скин, вот видите, у него ник Базар Вокзал, второй аккаунт. 16 тысяч голды, плюс 4 тысячи комиссия. В итоге он мне дал 20к голды, как мы с ними договорились. За этому, конечно же, огромнейший респект, то, что он как мужик был готов отдать даже 70. Но все-таки, ребят, мне стало реально его жалко, потому что это очень много для обычного школьника. И плюс этих 20к голды мне хватает для того, чтобы сделать вот так вот. Смотрите. Чтобы сделать вот так вот, поставить вот сейчас прям на закупочку Керамбит Голд вообще без проблем. 51 700, например. Все, изи, изи, изи. И теперь нам остается просто ждать. Ну что ж, дорогие подписчики, в принципе, это все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.